Репка, пальчиковые игры. Игрушки выполнены из дерева. Вот репка, детка, бабка, внучка, жучка, кошка и мышка. Красиво раскрашены, качественно. Можно надевать на пальчик и показывать ребенку представление. Ребенок сам может надеть на палец и играть с игрушками. Все они убираются в домик. Очень удобно. Можно убрать, сложить, чтобы ничего не потерялось.